Что для тебя значит сегодняшний день? Для меня этот день очень важен, так как я самореализую себя сегодня и представляю, как певицу, танцовщицу, актрису. Меня знали как танцовщицу, актрису, но сегодня меня узнают как певицу, в первую очередь. Так как я с 4 лет пою, танцую, то есть снимаюсь в разных проектах, поэтому это моя жизнь, и я хочу, чтобы это видели и узнали. И, наверное, я сделаю второй глоток воздуха тогда, когда у меня уже будет концерт в Кремле. Дорогие друзья, сегодня мы представляем вашему вниманию клип «Звезды Востока» Аиша. Энергичным человеком, чтобы у него все было хорошо. Серега, мы с тобой, брат. Поздравляем Аришу с клипом. Желаем, чтобы у него все сошлось, все было хорошо. Вот, и все, чтобы было замечательно у нее. Серега, так держать. Ну что ж, во-первых, добрый вечер всем. Мне приятно находиться в этой замечательной московской тусовке, где собрались все для того, чтобы пожелать всего самого лучшего новой певице, вышедшей на сегодняшний российский рынок, Аише. Ну что ж, девочка очень красивая, молодая, эффектная. Остается пожелать ей, пожалуй, удачи, хороших концертных площадок, хорошего зрителя и больших, крупных залов аплодисментов. Аиша. Балет Марио Фарелли, Bad Boys Group. Привет. Балет Аиши. Мы работаем с этой замечательной актрисой, певицей, и в этом замечательном коллективе несколько слов скажет наш солист Георгий. Мы очень рады, что мы можем поработать с Аишей. Она очень профессионально подходит к работе, и на самом деле очень мы рады, что мы можем работать с ней, так как этот артист уделяет по максимуму внимания технике,
и всему, чему вот как бы... Все, что делает, все это делает уже, говорит, по высшему разряду. Потрясающий человек за все, что берется, делает просто там, что-то там потрясное. Душа. Она вкладывает в каждую песню свою душу, талант, и, мне кажется, истинные ее поклонники это признают. Ну, а наша замечательная звезда, дама Елена, дополнит. Все прекрасно. Я хочу быть признана народом в любом случае, именно донести восточную культуру. Ну, конечно, у меня Восток смешанный с попсой, в любом случае это рассчитан на массовость. И хочу донести эти нотки, чтобы каждую нотку чувствовали, ту, которую я хочу передать им. А вообще я по национальности цигевро, это отец цыган, мать еврейка. То есть я смешанных кровей такая, ух. И то есть как бы у меня смесь такого стиля, и очень хочется, чтобы меня поняли и почувствовали ту энергетику, тот темперамент, который я вкладываю в творчество. Хочется, чтобы действительно любили мое творчество. Я хочу радовать, очень радовать людей. Я так скажу, какой хочу я быть. Естественно, народная артистка России. Сниматься в очень серьезных проектах у известных режиссеров, разных фильмах. И, конечно, давать свои сольные концерты. Ну, еще пару благотворительных проектиков тоже я хочу сделать. Это обязательно. Они не топ-модели, не королевы баллов, не труд суши ста ради каких-то денег. Совсем не порнозвезды, но хороши в постели, мы любим их. Они не светские, но львицы, и не из тех тупиц, что страхуют ягодицы. Без гребаных понтов и без гламурной швали, без блеска фотошопа и прочих аномалий. Мы любим девочек, найди одну из миллиона, простую, настоящую, без капли силикона. Без моря пафоса и идиотских заморочек, с большой душой и кучей эрогенных точек. Припев, давай! Пусть нелегко в тень между огней, лабиринты дорог, несвершенных идей. Помоги сделать шаг, руку мне протяни, отведи злую тень и зажги. Е-е-е, это был наш совместный трек. Итак, все смотрите на MTV и Муз-ТВ. Е-е-е-е-е. Ну, в первую очередь, очень хочется поблагодарить всех тех, кто сегодня нас поддерживает. И также газету «Юридическая Россия», которая сегодня присутствует, наши партнеры. И также Первый канал, который сегодня здесь присутствует. Первый канал. И также промо-ТВ, и также папарацци, и все, кто сегодня были артистам. Великий поклон от меня лично, потому что, ну, друг друга нужно поддержать. Тем более, тем паче. Сегодня у нас рождается новая звездочка, ее нужно ввести в этот круг, и я попрошу наших дорогих артистов, которые еще здесь есть, еще много-много приедут, поздравляю тебя, Иш, чтобы все-таки они приняли тебя с теплом, с трепетом, с душевным таким трепетом, понимаешь? И я думаю, что это случится сегодня. Я прав? Да, конечно! Вот.